Итак, друг мой, время вышло. Мне надобно завершить дела. Если я оставлю войско Наги, мужа моей сестры, он тут же начнет войну. Мы решили, что ты возглавишь войско Иерусалима. Ты станешь защищать моего племянника во время его правления? Что не прикажете? Я готов. Нет, выслушай, прежде чем ответить. Ты возьмешь в жены мою сестру Сибиллу, когда не станет Гиды Лузиньяна? Аги? А он будет казнен. Как и те рыцари, что откажутся присягать тебе. Я на такое не согласен. Что не прикажете? Я готов. Король ждет повиновения, но каждый за душу держит ответ. Ты запомнил. Примите преданность и мой ответ. Да будет так. Ты жалеешь, Ги? Он оскорблял тебя прилюдно. Он ненавидит тебя, убил бы. Выпади такой случай. А ты мог бы спасти страну. Или ты не хочешь взять в жены Сибиллу? Что проку Иерусалиму от чести рыцаря? Нет. Либо царство совести, либо ничего.